Сегодня в Советском Союзе произведен запуск очередного метеорологического спутника Земли «Метеор-2». На борту спутника установлены комплексы аппаратуры для получения глобальных изображений облачности, а также радиометрической аппаратуры для непрерывных наблюдений за потоками проникающих излучений в околоземном космическом пространстве. Информация со спутника поступает в Государственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов и Гидрометцентр СССР для обработки и использования.